Александра Исаева в волейбольной команде СРФТИ относительно новый игрок. Сюда она пришла в начале учебного года. Девушке нравилось играть в волейбол еще на школьных уроках физкультуры. Уже учась в институте в магистратуре, Александра увидела в соцсетях объявление о наборе в женскую волейбольную команду. Но тогда ее сразу же посетили нерешительность и сомнения. Играла я совсем, не супер классно. Переживала, что команда все-таки достаточно высокого уровня. Сначала было немножко не по себе, да, вливаться в новый коллектив всегда очень трудно. Но девчонки все замечательные, суперобщительные. Женская волейбольная команда сформировалась в институте в 2019 году благодаря совместным усилиям капитана Ангелины Ароновой и тренера команды Александра Краева. Сначала девочки пробовали свои силы в городских и вузовских соревнованиях, а в этом сезоне команда впервые вышла на областной уровень. Сейчас наконец-то начинаются наши долгожданные первые победы. В прошлом выезде на открытом турнире в Дивеево мы заняли первое место. И также в этом месяце мы планируем поучаствовать в турнире в Первомайске. И также в наши планы входит проведение летом впервые турнира по пляжному волейболу среди студентов СРФТИ. СРФТИ активно поддерживает стремление студенток развиваться в этом виде спорта. Институт обеспечивает волейбольную команду всем необходимым для тренировок и для выездных соревнований. Нас обеспечили залом, мячами, новой формой. И если мы захотим практиковаться, то есть где-то поиграть, институт беспроблемно организует поездку. Также хочется отметить, что наша команда находится только в начале своего пути, но благодаря активным, усердным тренировкам и, конечно же, под чутким руководством нашего тренера Краева Александра Юрьевича нам удается показывать неплохие результаты. Даже за такое недолгое время девушкам-спортсменкам удалось дружиться, сплотиться, научиться понимать друг друга на площадке и вести свою игру. И даже сейчас женская волейбольная команда открыта для всех тех, кто хочет к ней присоединиться. К девочкам-студенткам обращаюсь, что если вы хотите играть, у вас какой-то техники еще нету, то вы не переживайте, приходите в команду. Наш замечательный тренер Краев Александр Юрьевич, он ставит технику, физические нагрузки тоже дает, то есть здесь вы всему научитесь, даже если не умели никогда ничего. Светлана Ярунова, Андрей Махмудов, Александр Мальков, служба новостей Саров, 24.